Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. В Карачаево-Черкесии режим самоизоляции ограниченных мероприятий продлен до 1 июня. Об этом стало известно на совещании оперштаба. Полицейские оказали помощь нуждающимся. Продуктовые пакеты и товары отправили в 4 населенных пункта республики. Здание 60-го года постройки преображается на глазах. В селе Учкикен полным ходом идут ремонтные работы. В день славянской письменности и культуры вспоминали создателей первого славянского алфавита братьев Кирилла и Мефодия. В целях сохранения здоровья жителей Карачаево-Черкесии и недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, сегодня на заседании оперштаба под председательством главы республики Рашида Тимрезова принято решение о продлении режима самоизоляции и ограниченных мероприятий по коронавирусу на территории Карачаево-Черкесии до 1 июня включительно. Это означает, что пока, к сожалению, мы не можем перейти к первому этапу снятия ограниченных мероприятий, потому что за предыдущую неделю на территории республики не снизилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. Санитарные врачи отмечают также значительное количество семейных очагов распространения инфекции. Растет нагрузка на региональную систему здравоохранения. Наши врачи, средний и младший медицинский персонал очень ответственно и профессионально выполняют свой медицинский долг, за что им слова огромной благодарности сказал глава. Основной причиной такой ситуации являются массовые нарушения гражданами республики режима самоизоляции, несоблюдение масочного режима, нарушение социальной дистанции и других санитарно-эпидемиологических мер. 1 июня, исходя из текущей эпидемситуации, количество выявленных случаев инфицирования, будем принимать дополнительные решения о сохранении или снятии ограниченных мероприятий, прокомментировал решение глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. А сейчас новости из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике 786 подтвержденных диагнозов. Из них 247 выздоровели, 394 пациента госпитализированы. Остальные получают лечение на дому в полной изоляции. Мусульмане встретили один из своих главных праздников – Ораза-Байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамазан. После длинного поста в этот день принято готовить угощения, ходить с поздравлениями в гости, посещать могилы близких. В этом году мусульмане отметили Ораза-Байрам в условиях самоизоляции. Не получилось сходить в гости и собраться в мечетях для коллективного намаза. Но это не омрачило праздник. Проповедь можно было посмотреть по телевизору, также поздравить родных и близких по телефону. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии в преддверии праздника Ораза-Байрам оказали помощь нуждающимся. Полицейские сформировали наборы продуктов первой необходимости, бытовой химии, и развезли их людям, которые остро нуждаются в поддержке. Это и многодетные семьи, и те, кто остался без источников дохода из-за того, что был вынужден приостановить работу в условиях ограниченных мер, и пожилые одинокие люди. Продовольственная помощь была оказана жителям 4 населенных пунктов – Черкесску, Жигута, Московский и Хабес. Семья всегда была и будет самым важным для каждого человека, связующим звеном между разными поколениями, очагом духовности и нравственности. Но без поддержки сограждан некоторым семьям нелегко выстоять в этот сложный период. Мы, сотрудники центра, решили внести свой вклад, улучшить положение нуждающихся в преддверии главного дня мусульман праздника Ораза-Байрам, сказала представитель ЦП МВД по республике Ирина Пхешхова. Хоть пандемия и внесла свои коррективы в ритм жизни людей, но тем не менее она продолжается. Пример тому – возрождение Дома культуры села Учкикен. Потихоньку, поэтапно, здание 60-го года постройки прошлого столетия преображается на глазах. За ходом ремонтных работ проследила Фатима Даурова.
Это история о том, как старый дом культуры советских времен превращается в современную точку притяжения. С момента своей постройки он был культурным центром для нескольких окрестных населенных пунктов. Время шло, здание ветшало. И программа восстановления сельских домов культуры пришлась как нельзя кстати для 80-летнего центра досуга. Можно сказать, такой положительный прорыв в нашем районе по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», который прошел наш объект культуры. Ну, это долгожданный проект, который ждал весь наш район, все жители нашего района и однозначно наши работники. На данный момент уже выполнены работы по замене кровли, дверей и окон здания. Обновили внешний фасад. Проводится демонтаж и местный ремонт внутренних помещений, замена систем отопления и вентиляции. Полным ходом идут внутренние работы по демонтажу здания. Зрительский зал, в котором мы сейчас находимся, к Новому году совсем преобразится. Здесь будет 280 мест. Это будет своеобразный подарок жителям Учхикена на Новый год. Ну а пока презент только готовится. За это время заменят половое покрытие, обновят потолки, электрическую проводку, установят пожарную сигнализацию. Дел много, но они будут уменьшаться по мере выполнения поставленных задач, говорит директор Центра культуры и досуга Малокарачаевского района Ислам Байрамуков. Когда выбирали вот краску и все, советовались и населением района, и работниками центра культуры, и пришли к общему мнению, какой будет цвет и даже какая вот крыша, цвет крыши. Ну, как приходит, как говорится, пришли к общему мнению и с администрацией, и с населением. У местных жителей происходящие изменения вызывают только положительные эмоции. Площадочку построили, уже детям где-то есть ходить. Очень хорошо. Как вы относитесь к тому, что до нового ДК у вас будет к Новому году? О, если к Новому году будет, да вообще мы будем здесь, я не знаю, мы не поместимся, наверное, от радости. Как долго вы ждали? Ну, сколько лет уже? Ну, лет со дней перестройки, наверное, вот этот дом культуры у нас. Так, а вот... Будете концерты смотреть? И не только концерты, сами будем делать концерты. Тотальное преображение здания со стажем 80 лет поможет ему стать центром притяжения людей разных возрастов и творческих наклонностей. Здесь будут созданы все условия для работы и отдыха по душе. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район. МЧС предупреждает, в Карачаево-Черкесии местами ожидается сильный дождь с грозой и шквалом до 15-20 метров в секунду. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Карачаево-Черкесии – переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер западный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – плюс 5, плюс 10, а днем – 16-21, выше нуля. В горах ночью местами до нуля, днем 10-15 со знаком плюс. В Черкесске ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью плюс 8-10, днем 19-21 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандеки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Продолжаем выпуск. Как сообщает прокуратура республики, утвержден перечень мер поддержки системообразующих предприятий, вошедших в соответствующие отраслевые перечни и правила их предоставления. Определены критерии отбора организации и процедура рассмотрения заявок. 10 мая правительство Российской Федерации приняло соответствующее постановление о правилах отбора, на основании которых будут приниматься окончательные решения по поддержке предприятий, правительство установило отдельным документом. В данном документе устанавливаются критерии, которым должны отвечать предприятия, претендующие на получение мер государственной поддержки. Во-первых, у организации
доля участия иностранного капитала должна быть не более 50%. Во-вторых, задолженность по налогам и сборам не должна превышать 10 тысяч рублей и должна отсутствовать задолженность по бюджетным субсидиям. Также проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия непосредственно перед предоставлением им мер поддержки. Поддержка предоставляется в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с деятельностью организации, в форме предоставления отсрочки или рассрочки по налогам, а также в форме государственных гарантий по кредитам или облигационным займам системообразующих предприятий. В Карачаево-Черкесии полицейские задержали художника, подозреваемого в изготовлении поддельных печатей и штампа. В ходе обследования квартиры 60-летнего жителя Черкесска сотрудники ОБОП и ЭКЦ МВД по Карачаево-Черкесии, а также республиканского УФСБ изъяли принтер для негативов, расходные материалы, 16 клише, оттиски штампов и печати различных организаций, в том числе гербовых государственных учреждений республиканского значения, федеральных органов, а также паспортно-визовых служб зарубежных стран. Аналогичные предметы, а также самодельное оборудование для противоправной деятельности сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одном из городских учреждений дополнительного образования, где подозреваемый трудился художником. Незаконно изготовленные предметы использовались мужчиной для внесения ложной информации в личные документы обращавшихся к нему граждан. Делал он это, разумеется, за денежное вознаграждение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде. В России отметили День славянской письменности и культуры. Этот праздник совпадает с Днем святых Кирилла и Мефодия. По инициативе депутатов Народного собрания Карачаево-Черкесии в этот день возложили цветы к памятнику святым равноапостольным. Создатели первого славянского алфавита, братья Кирилл и Мефодий, внесли неоценимый вклад в становление культуры славянских народов и развитие отечественной письменности. Поэтому День славянской письменности и культуры служит напоминанием о национальном и духовном единстве всех людей, которые имеют общие истоки, единые традиции, обычаи и культуру. Сегодня в России прозвенел последний звонок. Впервые в этом году линейки прошли в виртуальном режиме. Выпускники принимали поздравления, делились школьными фотографиями и звонили в колокольчик. Сегодня на телеканале «Россия-1» прошел флешмоб «Последний звонок». Каждый выпускник этого года, прямо из дома, выйдя на балкон, прозвонил в колокольчик и дал свой последний звонок. Теперь у выпускников есть в запасе еще один месяц, чтобы основательно подготовиться к сдаче единого госэкзамена. Это все вести прямо сейчас премьера сериала «Черная кошка».